Дорогие друзья, всем привет! Это дачный влог. Ой, Дайсон. А мы на самом деле с Сережей в 7 утра снова поехали собирать грибы в лес. И посмотрите на эту красоту, на это богатство. Собирали мы 3 часа. Да, 3 часа собирали белые маслята, да? Подосиновики, подберезовики, просто такие красивые грибы, не червивые. Мы очень-очень довольны. Так, сейчас будем чаечек пить, посмотрите. Очень красивые грибы. Ой, падает. Подосиновики замечательные. Мы, кстати, с Сережей очень давно не находили подосиновики. Почему ты говоришь подосиновики и показываешь белый? Нет, это я сюда положила. Вот я сначала подосиновик показала. Но я надеюсь, все знают, как подосиновик выглядит. Вот такие красивые грибочки у нас. Вот. Собственно говоря, что? Мы сейчас пришли. Здесь сейчас Сережа бросил. Мы докупили одну полочку. Сегодня будем... Наконец-то, ребят, мы поставим сегодня двери, поставим ручки. Мы еще в прошлый раз вот такие вот ручки купили. Так. Нам повезло. И... Я с утра успел выхватить петли для дверей. Где-то в одном магазине они были почти заканчиваются. Сейчас, по-моему, есть они. Нет, петель до сих пор. До сих пор нет? Да. Сережа. Так, мы купили крючки. Это икеевские крючки, вот такие вот, так, видно, света мало. И решили все-таки, ребят, Сереж, покажи, пожалуйста, достань одну из них. Мы будем вешать ее сюда. То есть это штанга еще со старого шкафа ПАКС. Осталось, да, я покажу то, что она... Она плоская. Плоская, да, сейчас круглая. А вот эти петли, не и петли, крючки. Подаются в кухне, и они прекрасно сюда подходят на нее. Вот. Прям идеально. Мы решили, что мы вот так вот сделаем. Я просто на свет хочу показать. А с другой стороны... Есть вот такое отверстие. Да. Мы аккуратненько просверлим. И закрепим их, чтобы они никуда не ездили и не слетали. Решили так взять. Хотя уже были, как вот эта вешалка, но да? Мне она не нравится. Да, она деревянная, она не выдвижная, ничего. Но там нам нужно на плечики. Мы решили на плечики вешать. Мы решили, что мы все-таки здесь крючки сделаем, потому что это, ну как, проще. Здесь как бы быстрее. Это дома пришел, на плечики повесил. Угу. Здесь надо как-то побыстрее. Да. Вот, полку купили. Полка у нас пойдет вот на эту нижнюю секцию, для того, чтобы мы вниз и наверх могли поставить обувь. Также обувницу, я думаю, недорогую купить в Икее за 3000, но не было белой именно обувницы, поэтому мы не купили. Еще вот здесь пришли мне фонарики. Вместе с вами откроем, посмотрим, что там внутри. Так что да, мы сейчас... попьем чаю и начнем с фонариков, чтобы они успели зарядиться и чтобы мы вечером показали, как они светятся. Да. Фонарики должны быть классными. Ой, ну грибочки. Классно. Сейчас маме позвоню. Мам, буду сейчас звонить тебе. А ты папе. А ты папе, да. Ну, красота же, посмотрите. Просто. Я Сереже говорю, давай еще завтра сходим с утра. Я вот ни разу не жалею. То есть утром мы не хотели вставать в 6 утра. Прям вот вообще не хотели. Так тепло под одеялом, но... Когда мы зашли в лес и начали вот искать эти грибы, это же, я говорю, я вообще не жалею то, что я рано утром проснулась. Вот так. Сейчас я на ужин еще картошечку с грибами. Картошечку с грибами мы сегодня, да, будем делать. Ладно. А, петли, я, ладно, потом все покажу. Мы сейчас, ребят, быстренько покушаем. Для вас эта секунда пройдет. И мы к вам быстренько вернемся.
Первые петли Сережа установил. И хочу на всякий случай сказать то, что в комплекте идет 4 петли, 2 из них идет с доводчиком и 2 без доводчика. Так что вот сейчас Сережа будет все это устанавливать. Как, легко устанавливается или нет? Ну так. А раньше они были такие съемные, да, можно было снять, если я не ошибаюсь, да? Ну это прям очень давно было. Ой, как же я долго этого ждала. Супер. Ребят, вы спрашивали в комментариях, почему мы не купим специальную одежду для похода в лес, но почему Сережа в джинсах? На самом деле он всегда говорит, что ему в джинсах удобно. Сегодня мы, например, ходили вот в таких вот, как это? Спортивные штаны теплые. Но опять же, это я ему сказала. Ну, как-то мы... У нас есть какая-то старая одежда, которая, в принципе, комфортна. И вот мы в ней ходим. Пока мы не считаем нужным на это тратить деньги. Так что да. Хотя, наверное, какую-нибудь защитную такую, защитного цвета одежду можно было бы купить специально для леса. Но пока мы до этого еще не доросли. Нет у нас пока такой задачи. Единственное, вот видите, вот этот плафон висит. Нужно, наверное, будет повернуть по-другому люстру. Потому что дверь не будет нормально открываться-закрываться. Но на самом деле сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Будет мешать или нет. Но мы почему-то с Сережей решили, что, скорее всего, будет. Просто надо будет немножко повернуть. Так, ну что, ребят, давайте распакуем вот эту вот посылку с заказом. Так, здесь у нас скидка на 5% на следующий заказ. Все, в принципе, хорошо упаковано. Сейчас буду доставать. Это я вам уже говорила в прямом эфире. Уличные светильники. Работают они от солнечной батареи, что очень удобно, согласитесь. Не нужно проводить специальное электричество, и любой сад, я думаю, что украсит, особенно наш, будет здорово, я так думаю. Сейчас хочу вместе с вами просто открыть и посмотреть, что же там внутри, как это все выглядит, потому что, конечно же, я все это видела только на картинке. Так. Вау, посмотрите, сейчас покажу вам. Это такие конусы. Посмотрите, как классно будет вдоль дорожки, там, где у нас розы и туи, смотреться. Кстати, это все сделано из железа, это не пластик, как ну, продаются, да, многие такие светильники, которые именно пластиковые. Вот эти, конечно же, из железа прослужат намного дольше. В дизайне это как состаренная бронза или медь, Сережа подсказывает. Так, в каждой коробочке здесь инструкция по эксплуатации находится. Так, комплектация: аккумуляторный блок, солнечной панелью, колышки для установки в грунт, винтажный светильник, конус и инструкция по эксплуатации. Так, а вот этого вообще я ждала. Я смотрела в магазине и решила, что да, раз мне этот светильник очень нравится, нужно заказывать
именно этот светильник. Принеси мне, пожалуйста, нож. Так. И второй такой же. А классно то, что они не пластиковые. То есть я теперь понимаю, почему они не 14 рублей стоят, а дороже. Но мы сейчас, пока день, хотим Сереже пойти и установить эти светильники на улице. Так. Посмотрите, что на батарее находится и колышек для того, чтобы вставить в землю. Сейчас мы это все Сереже соберем и пойдем вместе с вами все это ставить, заряжать. И вечером я вам обязательно покажу, как это все выглядит на улице. Ну что, ребят, ура-ура, шкаф готов. Оказывается, плафон в итоге, да, Сереж, ты его не поправлял? Вообще, да, вообще не мешает. Это очень классно. Посмотрите, как мы с Сережей вместе подумали о том, что он как будто здесь был, да? Был всегда и просто супер. Очень нам нравится. Ручки мы решили вот здесь пониже сделать. Изначально думали посередине двери, но решили, что все-таки вот так вот лучше всего. Ручки мы в Икее брали вот такого вот серебряного цвета. Так, что же мы решили с вешалкой, да? Мы все 10 крючков решили повесить. Вот так, чтобы, знаете, не было немного, да, этих крючков, и друг на друга мы навешивали эти куртки, а чтобы вот так вот свободненько все это висело. В тот раз, я не помню, вам показывала, я сюда приделала вот такие вот крючки. Думала временно, но, не знаю, может, там и останутся. С этой стороны мы повесили ложку для обуви, а там у нас ключи. Также Сережа добавил еще одну полку для обуви, для того, чтобы мы могли ставить и на второй вот сюда ярус. Как-то так, мне очень нравится, Сереже тоже нравится, двери с доводчиками. Просто супер-супер-пупер-пупер. Жарим картошку с грибами. Также я буду грибы мариновать. И на этих выходных мы увезем один шкаф, потому что в этот раз мы приехали без Миланы и сможем один шкаф или два. Не, я не буду разбирать, а два не влез. Ну, было бы замечательно, Сереж, если бы мы сразу увезли. В общем, я с ним поговорю. Ну что, ребят, мы успели второй раз сходить, грибы пособирать, неугомонные мы какие-то. Мы на самом деле собирали завтра утром сходить за грибами, но в итоге решили вечером пойти, потому что все сделали и вот набрали вот такое вот количество, в принципе, приличное грибочков. Здесь у меня уже... Я заранее отварила это маслята, там у нас тоже есть, правда, не так много. И вот здесь у меня белые грибочки. Сейчас дополнительно отварю вот эти вот, которые, либо, может быть, посушу, посмотрим, потому что сейчас непонятно, то ли сушилка работает, то ли нет. Сереж, убери вот эту лосиную муху, или как она там. И на самом деле у нас пошел дождь на улице. Такая прям неприятная погода. Ребят, ну что могу сказать, очень атмосферные светильники оказались, добавляют саду уют, я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Повторюсь, что эти светильники не требуют подключения к электричеству, соответственно, они работают от солнечных батарей и в темное время суток включаются автоматически. В общем, мне кажется, что это на самом деле очень классное дополнение к частному дому, либо к даче, загородному участку. Еще, кстати, огромный плюс этих светильников, я вам уже говорила и повторюсь, то, что они сделаны из металла, а значит прослужат, ну, мне долго, это точно. Светильник-конус я бы взяла чуть побольше, то есть количество, чтобы, знаете, такую...
подсветку с двух сторон сделать. А вот светильник месяц, мне кажется, вот один или два экземпляра стоит иметь на своем участке. В любом случае, ребят, я внизу под этим видео оставлю вам ссылку на магазин Эпика, где можно найти много уникальных товаров для освещения сада, для его преображения. Если вам интересно, переходите и сделайте свой сад уникальным. Ребят, на этой ноте я закончу свое видео. Увидимся обязательно с вами в новых дачных влогах. До новых встреч и всем пока-пока!